Наш веселый спонсор – магазины «Дури Маркет». Всем привет! За окном весна, а это значит, что самое время сменить цветовую гамму на более яркую. Так намного ярче. С вами снова я, Светлана Моренко. Расскажу о праздниках и событиях, которые раскрасят ваш сегодняшний день. 5 марта советую я вам провести спортивно. День физкультуры и спорта отмечают в эту среду, правда, в Азербайджане. Считаю этот факт не очень значимым и предлагаю присоединиться к празднованиям. Достаточно в течение дня делать зарядку. А вот день своего рождения 5 марта отмечает предмет, без которого не обходится ни один офисный работник. 146 лет в эту среду исполняется степлеру. Я и сама не представляю, как обходиться без этого предмета. Сшивать листы бумаги, как это было раньше, точно займет большее количество времени, нежели скреплять их степлером. Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Игнатий, Лев, Леонтий, Николай, Самсон, Сергей, Тихон, Федор, Филипп и Ярослав. В эту среду они празднуют свои именины, и если среди ваших знакомых есть такие, поспешите поздравить их. На этом у меня все. Прощаюсь с вами, до новой встречи. И напоминаю, что будни – это не повод для расстройства. Каждый день будет настоящим праздником лишь в том случае, если вы сами этого захотите. Ну а лучшие помощники в организации любого события – это магазины «Дури Маркет», магазины товаров для праздников и запоминающихся событий. А если вы еще не присоединились к нашей группе в социальных сетях, спешите сделать это прямо сейчас. До встречи!